Ярославы и Родиона Патриаршей при поддержке администрации Йошкар-Олы представляет 5 августа на Патриаршей площади самое яркое событие лета. День твоего города. Танцевальный марафон «Стартин». Невероятный городской флешмоб. Граффити-скетч-баттл. Шоу ведущих музыкантов города. И выступление экс-вокалиста дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Ты же не такая, как все. Лазерное шоу и пенная дискотека. Open Air с диджеем Антонио. Городской салют и море позитивных эмоций. 5 августа. Стань ярче. Засветись на Патриаршей. Генеральный партнер ТНС Энергомарий-Эл. Социалка и сельское хозяйство. На встрече с Дмитрием Медведевым Александр Евстифеев назвал приоритеты в работе правительства Республики Мариэл. Встреча с премьер-министром состоялась во вторник в подмосковных Горках. Александр Александрович, вы уже больше 3 месяца исполняете обязанности главы Республики Мариэл. Надеюсь, что ваши в курс дела, посмотрели, как обстоят. В целом дела, хотел узнать у вас, какие основные социально-экономические программы вы считаете сегодня важны для развития республики, на что нужно сделать акцент, какие точки роста существуют в республике, ну и что, на ваш взгляд, является приоритетным для развития этой территории в ближайшие годы. Дмитрий Анатольевич, ну, во-первых, объективности ради я должен начать свой доклад со слов благодарности в адрес правительства в сфере, в части той помощи, которая была оказана республике, и это позволило в республике снять социальное напряжение и заметно улучшить социально-экономическое положение в республике. Что я имею в виду? Ну, прежде всего, погашена задолженность по майским указом в зарплате для бюджетников. За несколько лет впервые удалось отправить в отпуск учителей, заплатив им отпускные. Вот это очень серьезная помощь правительства, которая... А до этого так не происходило? До этого так не происходило. Это безобразие, конечно. Да. Говоря о развитии производственного сектора, руководитель Мариэл обратил внимание премьер-министра на некоторые особенности республики. Прежде всего, это сельскохозяйственное производство. Потому что республика Мариэл – это экологически чистый район. И продукты, которые там производятся, они отвечают самым высоким требованиям качества и экологии. Что производим? Ну, могу сказать, что на сегодняшний день производство мяса 278% от потребностей. То есть практически 2/3 производимого мы вполне можем реализовывать на рынках России. Республика является безусловным лидером по производству козьего молока, а это детское питание. А детское питание, естественно, на сегодняшний день востребованность, его полезные свойства, они, в общем, известны и так далее. То есть вот есть такие направления. То есть мы это бы назвали бренд «Марийский продукт». Отмечу, что это первый отчет Александра Евстифеева о работе в Мариэл в статусе руководителя региона перед премьер-министром Дмитрием Медведевым. Евстифеев был назначен президентом России на пост главы региона почти 4 месяца назад, 6 апреля.